Кировские общественники призывают сохранить историческую часть города. Сегодня у здания администрации активисты устроили пикет. Они высказались за прекращение точечной застройки, а также выступили против превышения этажности зданий и плотности застройки в историческом районе города. Общественники объясняют, что в Кирове есть новые микрорайоны, которые можно осваивать, и это позволит не нарушать вид исторического центра. Напомню, в конце прошлого года был принят федеральный закон, который ограничивает этажность застройки в исторической части города. Но активисты уверены, пока проблема остается открытой, ведь часть пунктов нового закона начнет действовать только с января 2017 года. Я думаю, что это время будет администрация города и застройщиками использовано по максимуму, чтобы успеть настроить то, что они пока не успели. Так что я думаю, что вот этот год, наверное, будет очень сложный вот в этом плане. Вот поэтому цель наша, возможно, предупредить вот какие-то вот такие попытки. Ну, как-то, возможно, мы найдем общий язык с администрацией города.